Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Noh 2000 года выпуска, двигатель 2 литра, автомат. Пробег на этом автомобиле 225 тысяч километров. В данный момент дроссельная заслонка. Первое нажатие, давишь, потом срывается, получается каждый раз при трогании человек трогается с повышенными оборотами, потому что закусывает. Попробовал, закусывает быстрее всего именно сама дроссельная заслонка, а не тросик. Но сейчас снимем, смажем трос сам и промоем заслонку. Промоем заслонку и смажем ее, вот где по краям, ось, где у нас ходит, туда капнем маленько масла, в одну и в другую сторону. Сейчас покажу, как заедает педаль. Вот таким макаром. Вот даже давлю. И это при каждом новом нажатии происходит. Вот заслонка, но здесь ничего вычурного нет, снимать очень удобно. Скидываем сейчас воздуховод, скидываем вакуумные трубочки. Один разъем. Трос газа. Здесь у нас еще один разъем. И также у нас снизу идет охлаждение. Две трубки. Берем два болта десятки. После того, когда мы открутим дроссель наш, мы, сняв шланги,
оденем туда болты, чтобы антифриз не бежал. Давление в радиаторе я сбросил. Откручиваем болты. Два снизу по бокам и один сверху. Болты на 12. Все, дроссель сняли. Здесь у нас прокладочка металлическая. Аккуратно ее снимаем, чтобы не испортить. Ну а теперь снимаем наши тосольные шланги. Один хомут. Снял второй хомут. Все, дроссель сняли. Вот такой вот он у нас изнутри. И получается, подкусывает сам дроссель. Но подкусывает он в корпусе, он видно. И вот этот звук даже слышно, срыв идет на педали. По идее, он должен упираться вот в этот болт. Если он щель видно. Вот так вот сделаю. Он в болт не упирается. Все дело было в регулировке. Если бы сделали, чтобы упор был в этот болт, он бы не заклинивал внутри дросселя. Ну, сейчас моем его, продуваем и регулируем. Заодно сейчас проверим трос газа. Thank you.
педаль не закусывает и трос не закусывает. Поэтому вся проблема была именно в самом дросселе. Здесь надо пружинкой его или рукой натягивать. Рука не дотягивается до педали и до тросика. Поэтому один я этого проверить не смогу. Ну, просто по хождению вот троса видно, что он не закусывает, он движется свободно. Взял тазик, взял вот такой вот очиститель карбюратора и дросселя, которым я постоянно пользуюсь, фирмы Valve. И промываем. Все, вот так вот помыл заслоночку. Здесь идет тефлоновая какая-то смазка, поэтому мазать я ничего не буду. Ось смазана идет с завода. Также с этой стороны все отмыл. Теперь ослабляем вот эту гаечку. И здесь либо шестигранничек, но я биту взял Т10 Торкс. Подкручиваем. Упор. Так. Вот и все. Теперь она не подкусывает, мягко сразу стартует. Сейчас поставим на автомобиль и попробуем, как это будет выглядеть. Устанавливаем.
И также сразу устанавливаю на место педаль, трос с педали газа. Одеваем и один, и второй разъем на место. Одеваем вакуумные трубки. Так, ну что, здесь мы все одели. Пробуем еще раз. Ничего не закусывает. Сейчас посмотрим, как будет по оборотам, когда заведем. Одеваем воздуховод. Так, ну что, все вроде бы одели, все подтянули. Пробуем заводить. Повышенные обороты. Сейчас будем крутить обратно.
Оказывается, даже не в этом дело, не в заслонке. Помыли ее, обороты поднялись. Все, машина прогрелась, полностью температуру набрала и снизила обороты сама. Сейчас где-то 900 оборотов держит, и при этом педаль нормально нажимается. Ну, получается где-то 750 оборотов, и вот педаль. Теперь этого скачка нету. Все, промывку и регулировку дроссельной заслонки мы закончили. Обороты у нас нормальные, педаль у нас работает мягко. Всего вам доброго!